По предварительным данным, подозреваемый в период с июня по июль 2018 года незаконно потребовал от своего подчиненного сотрудника изыскать денежные средства у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных Главному управлению МЧС России по Томской области, высказав при этом готовность оказать им содействие, используя свои должностные полномочия. Впоследствии он отдал своему подчиненному распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю, согласившемуся на эти условия, лицензии на осуществление деятельности этой коммерческой организации при отсутствии у нее необходимого оборудования. Сегодня в результате оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками регионального УФСБ, подозреваемый был задержан с поличным в момент получения взятки в крупном размере. В настоящее время следователями отдела по расследованию особо важных дел при тесном взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Изъят предмет взятки – деньги, допрашиваются подозреваемые свидетели, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.